Это Олесь. Кто это пришел? О-о-о! Смотри. А я вам подарки принес под елочку. Ну, пошли посмотрим. Вы хотите подарочки получить? Ну идите, я вам подарок. Это тебе, Алис. А это тебе, Алис. Ой, подожди, 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 не уходи. Мама сказала, вы мне песенку приготовили какую-то. Споете песенку Деду Мороза? Давай. Поедете? Я вам еще подарочки дам. Вот сюда вот вставайте. Смотрите, у Деда Мороза какой мешок. А есть у вас гитара какая-нибудь? Сейчас нам Дед Мороз на гитаре сыграет. Принесите, пожалуйста, гитару. Давайте. Смотри на маму и есть. Давайте. И... Что поделать, я не знаю. Отчего страдания, нету мне внимания. Тик-так ходики, пролетают годики. В жизни сахар и не мед, никто замуж не берет. Тот ты, милый, лицемеришь, я люблю, а ты не веришь. Обрати внимание, Алис, на мои страдания. Тик-так, ходики, пролетают годики. Алис, в жизни сахар и не мед, никто замуж не берет. Тик-так, годики, пролетают годики, в жизни сахар и не мед, никто замуж не берет. Ура! Ой, какая умница! Ай, как хорошо успела! Ну, надо вам подарочки еще дать. Ну-ка, у меня тут девочек, которые хорошо приготовили подарочек. Тоже подарочек есть. Так... Посмотри, Дед Мороз, что у тебя там есть для Алис. Это такая... Подходи поближе. Куколка. Ну, ее как зовут, эту куколку? Подойди поближе, иди не сюда, бойся. Вставай. Подойди поближе. Повернись к маме лицом. Как мы ее назовем? Лили? Хорошо. Вот, куколка Лили тебе. Ну что, Дед Мороз, это все твои подарки или нет, еще будут? У вас есть еще здесь коробочки, но в них пока ничего нет. Подойди, посмотри. Но если подойди, вы хорошо посмотри. Ляжете спать, то завтра утром вы придете, и тут будут в этих коробочках вам подарки. Но только завтра. Хорошо? Потерпите до завтра. Молодцы какие. Да? С Новым годом! С Новым годом! Вот так. Пока-пока. Слушайтесь маму и папу. Посмотри, какая куколка. Посмотри, а если ты ее держишь за обе ручки, если ты ее держишь за две ручки, она будет петь песенку. Смотри. Держи ее за две ручки, куколку. За две ручки держи. Ну-ка вот так. Поет песенку? Здорово, откроем давай. Откроем. А что еще Дед Мороз принес? А еще принес вот такие сюрпризы с миньонами, да? Давай посмотрим, что там. Да. Ну как, тебе понравился Дед Мороз? Да. Ты не испугалась? Нет. Давай посмотрим, что у меня есть. Положи кухню, давай посмотрим. Сейчас я открою. Ой! Ой, смотри, что это такое? Это... Что это такое? Не знаю. Какие-то карточки с миньоном. Не знаю, что за карточки. Что еще есть?
конфетка. Конфетка. Покажи конфетку. Какая конфетка? Вот такая конфетка. Что можно? Да, конечно. Есть еще, смотри, Алис. Вот такие конфетки есть. Вот такие есть конфетки. Вот такой красивый значок с миньоном. Смотри, ты хочешь себе на платьишко его на нарядное прицепить? Ну, давай. Будет очень красиво. Это моя мама. Вот. А еще здесь есть, смотри-ка, что здесь еще? А это что такое? Ух ты, смотри, Алис. Это чтобы сделать маску миньона, по-моему, да? Да, вот это такая маска миньона нужно сделать. Здесь есть еще наклеечки с миньонами тоже. Вот такие. Смотри, есть плакатик. Плакатик такой, постер. Давай покажем его быстренько. Я тебе его дам сейчас. Да, да, миньон, видишь, постер. Здесь поёт миньон. Это Дед Мороз принёс, да. Такой постер. И смотри, книжечка, раскраска еще и карандашик. Книжечка, дай-ка посмотрим со всякими играми. И вот такая книжечка, раскраска с играми. Мама. Конечно, попробуй. Ну вот, Дед Мороз принес уже столько подарков. Остальные подарки будут завтра утром. Всем пока. Пока. Олеся. Пока-пока. Будем гулять? Да. Это...